Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. На площадке команды «Мола» город Новокуйбышевск и «Динамо» Ленинградская область, город Сосновый Бор. Дамы и господа, государственный гимн Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые любители волейбола! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. У микрофона Юлия Жданова, и я приглашаю вас в Академию волейбола Вячеслава Алексеевича Платонова. Сегодня здесь, в рамках 19-го тура мужской суперлиги, хозяева площадки волейболисты «Динамо» из Ленинградской области принимают команду «Нова» город Новокуйбышевск. Интересная игра, я думаю, ожидает нас сегодня много непростых перипетий судьбы. Пришлось на долю гостей сегодняшних команду «Нова». Проблема с финансированием, уход главного тренера и ряда лидеров команды. Об этом и о многом другом поговорим в течение сегодняшней трансляции. Ну а пока я познакомлю вас с судейской бригадой, которая выглядит следующим образом. Первый судья Сергей Бухало, город Тверь. Второй судья Павел Андерсон из Москвы. Инспектор встречи Константин Викторович Рябцов, город Кострома. Сейчас будут появляться на площадке стартовые шестерки, и с ними мы также познакомимся. По традиции первыми на площадку выходят гости. И их состав выглядит следующим образом. Связующий сегодня Владислав Жлоба, в диагонали будет играть Иван Подребинкин, Сергей Бусел и Иван Козицын, два центральных блокирующих. И в доигровке сыграет Антон Ботин, капитан команды. И, конечно же, Федор Воронков. Два либера команды — Алексей Чанчиков и Никита Еремин. Главный тренер — Александр Горбатков. И переходим к стартовому составу хозяев. Связующий сегодня Денис Петров, в диагонали Андрей Колесник, Леонид Кузнецов и Святослав Боцов. Это пара центральных блокирующих. Доигровки сыграют Денис Бирюков и Максим Пурин, который так удачно проводит последние встречи. Вернулся в стартовый состав Максим. Ну и об этом тоже поговорим чуть позже. С составом закончим. Пара либера — Евгений Галатов, Владимир Шишкин. Ну и главный тренер динамовцев — Олег Согрин. Два тура последних укладываются в неделю. В среду команды играли свои матчи. Динамовцы ездили в Новосибирск в гости к «Локомотиву». Потерпели там неудачу со счетом 3-0. А вот «Нова» ездила к красноярскому «Енисею», и удалось там сегодняшним гостям зацепиться лишь за одну партию. Поэтому сегодня обе команды, разумеется, настроены на победу. Каждый клуб хочет повысить свое место в турнирной таблице. Матчей регулярного чемпионата осталось не так много.
и все пытаются зацепиться за зону плей-офф, поэтому посмотрим, как будет развиваться сегодняшний матч. Ну а сейчас свистком первого судьи начнется первая партия, и Денис Петровс введет мяч в игру. Ботин в приеме, он же атакует. 1-0. Добивает сразу до пола Антон и выводит свою команду вперед. Интересный состав у Новой. Ну, конечно, хочется заострить свое внимание на Антоне Ботине, который прошлые сезоны проводил как раз в составе «Динамовцев». Александр Ковалев есть в квадрате запасных, который также близко знаком санкт-петербургской публике. А Максим Пурин, внимание на котором я сакцентировала, приносит первое очко «Динамовцам» и, сравнивая счет, сам же отправляется на подачу. Ошибается Максим в подаче, не стал рисковать и укороченную по линии подавал, не перелетает мяч на сторону соперников. 2-1 впереди Нова. Подача Ботина также не точна в сетку. И теперь очередь Святослава Гоцела. Ботин принимает на высоком мяче Воронкову играть. Касание сетки фиксирует второй судья. И этот розыгрыш в пользу «Динамовцев» оканчивается 3-2. Недоумение на лице Федора. Ну, не спорят ни игроки, ни тренер. Понимают они то, что вполне вероятно такая ситуация могла произойти, и нечего там обсуждать и просматривать. Еще одна подача Гоцева, на этот раз либеро в приеме. И здорово первым темпом играют гости. Сергей Бусел набирает очком. Отвечают первым темпом хозяева и Леонид Кузнецов. Забивает мяч до пола. Четвертое очко «Динамовца». Но вот так вот пока без брейков команда обходится. Держат съем и те, и другие. Посмотрим, что подкажет на подаче Колесник. Подача хороша. Выбитый прием. Растягивает блок Жлоба. И здорово в атаке игроки Нова действуют. Вновь равный счет 4-4. Хорош Подребенкин по линии уложил он там «Динамовцев». Будет доигровка. И сам же в атаке пробивает одиночный блок. И вот первое брейковое очко. Нова на своей подаче зарабатывает. 5-4. Перед этим туром турнирная таблица выглядит следующим образом. Нова занимает 10 место, и в ее активе 5 побед. А вот «Динамовцы» расположились на 12 строчке, и у них побед 4. Ну, сами все понимаете. Очень важны сейчас победы для всех клубов. Разыгрывается там, по сути, последнее, 8-е место в плей-оффе. Но между тем подают «Динамовцы» эйс. Денис Бирюков отличается. Не справляется с приемом Ботин. Помешали они тут друг другу с Воронковым. А вторая подача Дениса не перелетает на площадку соперника. И теперь будем смотреть, чем ответит Федор Воронков. Хороша подача Воронкова. На тройном блоке атакует Пурин. Есть доигровка у Новы.
Ботин не попадает по рукам блокирующих. Хотел Антон отыграться от пальцев. Понимали это и ребята на блоке. 7-6. Впереди Динамо. Кузнецов отправляется в пятую зону, чтобы вести мяч в игру. Первый темп. И неплохая атака была у Новы, но ошибается игрок и цепляет сетку. 8-6. Никита Еремин доводит. Антон Ботин из четвертой зоны. Ну и тут мяч попадает в стойку. 7-8. Иван Козицын, Бирюков в приеме. Пурин здорово атакует. Взлетает буквально Максим над сеткой и в наивысшей точке смахивает мяч. Казалось, было узко и неудобно, но победителем он выходит во всех смыслах из этой ситуации. И вновь динамовцы впереди на 2 очка. Прошел круг подач вновь Денис Петровс. Ботин из четвертой зоны и невысоко после защиты Бирюкова мяч отскакивает. Не представляется возможным его партнерам поддержать его в защитных действиях. Подача Жлобы, выбитый прием у Динамо на тройном блоке Колесник. Есть доигровка и вновь Ботин в четвертой зоне. И классно Антон действует. Увидел пустую зону и грамотно просто скинул в самый уголок пятой позиции. И вновь у нас равный счет. На подаче связующего Нова сравнивает его. Укорачивает на этот раз Жлоба. Пурин хорош в атаке из второй зоны. Попадает он в площадку. 10-9. Посовещались немного игроки и главный тренер Новы. Были у них вопросы о фактическом попадании мяча в площадку. И приняли они решение запросить видео-челлендж. Сейчас второй судья с инспектором матча этот момент на техническом повторе изучат и дальше нам дадут решение. Очень острая атака была у Пурина. И ну, по телевизионной картинке, конечно, кажется, что мяч очень так серьезно в площадке, но и подтверждает это второй судья. Остается мяч у динамовцев, а один видеопросмотр сгорает у клуба из Новокуйбышевска. И на подаче как раз Пурин опять. Срывается подача у Максима. Ботин хорош по линии, но Бирюков держит прием. И идеальная доводка позволяет организовать атаку в центре сетки. Святослав Гоцев приносит 11 очко хозяевам. И вновь впереди на 1 очко Динамо. Атаковал из четвертой зоны Воронков. 11-11. Гоцев сегодня не подает свою излюбленную длинную диагональ. Подает он больше в шестую зону. И посмотрим дальше. Но так предполагаю я то, что выбрали Антона Ботина главным принимающим у гостей динамовцы. И, возможно, его ищут именно на подаче. Андрей Колесник тут на двойном блоке. Есть смягчение
И еще раз Воронков из четвертой зоны. Здорово тут Петровс хорошо отыграл. И первый судья фиксирует 4 касания. Еще одна подача Бусила. Вновь в приеме Пурин. И из четвертой зоны Бирюков укладывает мяч в площадку. На этот раз съем держит Динамо. 12-12. Подача сегодня будет, конечно же, многое решать. Ну, впрочем, как и в большинстве матчей Суперлиги. Важный элемент это для современного волейбола. Справляется Колесник. Воронков тут грамотно обыгрывает блок, скидывает прямо за руки блокирующих. Но не выглядел, конечно, этот элемент каким-то неотыгрываемым. Могли динамовцы доставать этот мяч. Глубоко все сели и уже не успевали просто к этому мячу. Пайп разыгрывают динамовцы, и Пурин вновь точен. Удачно Максим вышел на замену в матче против новоуренгойского «Факела». И так он был хорош в двух партиях, что стартовая шестерка теперь в его распоряжении. Ну и пока Максим полностью оправдывает доверие тренеров, а тем временем... Не в площадку пришлась эта подача. И теперь Федор Воронков. Не рискует Федор. Колесник на одиночном блоке. Заступ при атаке с задней линии фиксирует первый судья. И впереди на 2 очка 15-13 волейболисты из Новы. Хороша была атака. Вывел на одиночный блок Денис Петровс своего диагонального. Ну, вот такая вот досадная ошибка. А здесь похожий момент, который мы рассматривали недавно совсем со стороны динамовцев. Федор Воронков острую диагональ подавал, и совсем чуть-чуть не уложился он в пределы площадки. Мяч за. Кузнецов на подаче, и легкая добыча это для принимающих. Новых в центре сетки организовывают они атаку. Шестнадцать-14. Вот такая вот динамичная игра. Даже пока без тайм-аутов обходятся тренеры, потому что не набирают сериями ни одни, ни другие волейболисты очки. Повторяет Петров с Колеснику, и на этот раз все четко. Мяч в площадке. Пайп в исполнении Федора Воронкова. Мяч в площадке. 17-15. Хорошую вариативную игру демонстрируют оба связующих. И центр сетки не забывают. И атаку с задней линии мы видим из шестой зоны. Здесь Святослав Гоцев 16-е очко динамовцам приносит. И на подачу отправляется Максим Пурин. Помним то, что в предыдущей своей попытке сорвался у него мяч и далеко в аут улетел. Не рискует на этот раз Максим. И справляются игроки новые. Держат свой съем. И плюс 2 у них. Уже некоторое время в активе. Также неизменно. Ботин переходит на планер. В центре сетки опять Гоцов. И тут уже в защите Никита Еремин сумел обработать мяч. 17-18.
Подает Гоцев, ищет Ботина. Еще одна скидка от Воронкова. На этот раз поднимают динамовцы. На тройном блоке Колесник. И есть еще одна атака. Доигровка у Новы. Долгий розыгрыш. Растягивает блокирующих Жлоба. И хороший Иван Подребинкин. Приносит он 19 очко для своей команды. Вновь не удается хозяевам зацепиться за брейк. 19-17. Долго готовится к подаче Сергей Бусел. Тут небольшие сложности у принимающих Динамо, но заканчивается все касанием сетки у блокирующих новых. И вновь минус один для хозяев площадки. Андрей Колесник может помочь сейчас своей команде хорошей подачей. Нужно ее исполнить. Смотрим на подачу Колесника. Ошибается Андрей, подает в аут. А теперь очередь диагонального гостей. Подребинкин будет выполнять свою подачу. Посмотрим. Хороша подача Подребинкина, но Пурин тут обеспечивает прием. Без атаки остались динамовцы. Не совсем хорош был пас на пайп для того же Пурина, но в итоге блоком зарабатывают очко хозяева. И не позволяют брейковое очко набрать гостям. Накручивают Бирюков в атаке Воронков. 21-19. Ну, отметила я то, что Антон Ботин и Александр Ковалев, которые пока в запасе находятся, хорошо знакомы петербургской публике. Ну и стоит, конечно же, сказать о том, что Денис Бирюков тоже не чужой человек для игроков Новы. Начинал он этот сезон в составе именно этого клуба. Динамовцам уже присоединился уже только по ходу чемпионата. Концовка сета начинается, и нужно искать как где-то брейк динамовцам. Касание сетки фиксируют судьи. 21-21. Но Александр Горбатков хотел бы убедиться в этом дополнительно с помощью видеопросмотра. И очередная видеоконференция состоится сейчас за судейским столиком. Важное очко сейчас, конечно, решается, потому что либо счет равный, либо уже 22-20. Павел Андерсон возвращается и подтверждает свое же решение о том, что было касание сетки именно со стороны игроков нового, именно Антона Ботина. И счет 21-21. Есть у меня подозрение, что эта подача Леонида Кузнецова вполне могла приземлиться и в ауте, но не стали рисковать в приеме новокуйбышевцы и зарабатывают 22 очко в атаке. Цепляет мяч трос, и не сумели сгруппироваться динамовцы. 21-23, первый тайм-аут хозяев площадки.
Может быть, кто-то наружу установку и так далее. Тут играет, подошел к концу перерыв, который Олег Согрин взял для того, чтобы подсбить в том числе подачу и настрой гостей. Посмотрим, как после перерыва будет подавать Козица. Шишкин принимает. Атака с задней линии. Будет доигровка у Новы. Котин атаковал наверняка, но мяч в трос ударяется. И от троса уже в аут отскакивает. 22-23. По линии подает Петров. Все тот же Ботин в приеме. Тут Шишкин в защите выручает своих игроков. И Колесник ничего не придумывал. Андрей просто спасал мяч, но в итоге зарабатывает очко. 23-23. Тайм-аут новый. Очень эмоционально провел свой тайм-аут Александр Горбатков. Ни с кем конкретно он не разговаривал, а со всеми волейболистами своего клуба стартовой шестерки побеседовал. Посмотрим. Сначала на подачу Петровса есть атака у Новы. И работает блок «Динамо». Да никто иной, а Максим Курин, конечно же, на главных ролях. 24-23. И второй тайм-аут Новы. Использовал все свои тайм-ауты главный тренер гостей сетбол у динамовцев. На подаче Петровс, наверное, как и в предыдущие свои подачи, будет искать Антона Ботина. Строго по линии он располагается, так и есть. На тройном блоке Ботину атаковать и отыгрывается, а цепляет пальцы блокирующих Антон. 24-24. Андрей Колесник из четвертой зоны. Есть тут защита у динамовцев. Сложный мяч просто отдают гостям. Федор Воронков со второй линии. И 25-24 пайпом сетбол приносит для своей команды доигровщик гостей. Ну и 24-25 реагирует вторым тайм-аутом Олег Согрин. Подошел к концу и этот тайм-аут. Больше в этом сете не увидим мы подобных пауз от главных тренеров.
Владислав Жлоба продолжает подавать. Пурин держит прием. Ему же атаковать из четвертой зоны. И ошибается Максим. Атаковал по линии. Мяч в ауте. 26-24. Первая партия остается за новой. Готовятся волейболисты для того, чтобы начать вторую партию. Счет встречи 1-0. Впереди клуб из Новокуйбышевска. Первым делом посмотрим на составы. У «Динамо» без изменений. У «Новой» тоже. Ну, в принципе, игра была хороша с обеих сторон. Счет тому подтверждение. И без каких-либо изменений обходятся главные тренеры. С укороченной подачи связующего начинают гости. Ну, а хозяева разыгрывают мяч в центре сетки 1-0. Святослав Гоцев вводит мяч в игру. Ботин принимает, сам же атакует из второй зоны. Не удается организовать атаку хозяевам, но тут классно на блоке действует Леонид Кузнецов. Не удается им обыграть его у сетки Сергею Бусилу. И за счет, конечно, недюжинного роста Леонид просто перехватывает этот мяч. 2-0. Не искал Ботина на этот раз Гоцев, подавал уже чуть посильнее, не тактически. Ну и в центре сетки вновь солирует Леонид Кузнецов. Его блоком динамовцы набирают третье очко. Классно Леня скинул руки. Один в один вновь того же Сергея Бусила закрывает. Здорово играл в четвертой зоне
Иван Подребинки. На первый судья фиксирует ошибку у Святослава Гоцева. Двойное касание. Недоволен Гоцев, но это ни на что не влияет. 1-3. И вновь Кузнецов. 4-1. Классно проводит стартовый отрезок второй партии Кузнецов. В центре сетки супер, он полезен. Отличился и в атаке, и на непосредственно прямых своих обязанностях также хорош. Посмотрим, чем помогут ему одноклубники. В защите здесь Пурин подтаскивал, но мяч не вверх полетел после касания Макса, а уже под сетку. И 2-4. Срывает прием Пурин. Колесник на двойном блоке. Бирюков из четвертой зоны атаковал. Тут в защите спасают ребята из Новы. Есть еще одна атака. Возможность для атаки у динамовцев. И будет вновь атака у гостей. Ну и блоком в конечном итоге набирают динамовцы это очко. 5-2. Двойной блок там был. Леонид Кузнецов с Денисом Бирюковым. И здорово они плотно поставили руки и сбросили грамотно. Ну, хороший блок. Тем временем Бирюков уже в зоне подачи. Антон Ботин срывает прием. На силу пытается пройти Подребинкин. И он уже второй раз будет атаковать. Ну и тут уже в защите Шишкин старался как мог. К сожалению, для хозяев площадки мяч после его касания отскакивает в судейскую вышку. Соответственно, мяч за 3-5 на подаче Нова. Классно заряжает Подребинкин, но это ваут. И счет 6-3. Здесь гроссмейстерски просто действуют динамовцы. И 3-7. Тайм-аут у Новы. Использовал свой первый тайм-аут в этой партии Александр Горбатков. И все это на подаче Леонида Кузнецова. Не удается никак гостям совладать с атакой. Прежде всего, Федор Воронков в четвертой зоне скидывает. И ну, абсолютно каждый игрок динамовцев мог добежать до этого мяча и сыграть в защите. Но все как завороженные смотрели на то, как классно исполняет этот элемент Федор. В итоге 4-7 и снимаются новокуйбышевцы с подачи Кузнецова. Пурин в четвертой зоне играет по рукам. И вновь плюс 4, 8 очков в активе динамовцев. Подача Петровса вновь в Ботина. И тут Антон решил пройти на силу. Не удается ему справиться со своей атакой. И, возможно, в ближайшее время дадут отдохнуть
Антону. А, ну вот как раз и замена подоспела. Денис Калинин выходит на площадку. Антон Ботин отправляется на скамейку. Нужно ему чуть-чуть отдохнуть и переосмыслить. Со стороны поглядеть на игру своей команды. Уверена я, что Антон еще вернется на площадку. А пока Петров подает в Калинина. Классный блок в исполнении «Динамо». 10-е очко приносят своей команде Денис Петров и Святослав Гоцев. И еще одна замена у Новой. Александр Ковалев появляется на площадке вместо Ивана Подребиткина. Прямая замена диагонального. Провалились игроки Новой в начале второго сета. И пытается растормошить свою команду главный тренер. Помогает им в этом Денис Петров. Не справляется с подачей. Направляет мяч в аут. 5-10. Иван Козицын. Бирюков принимает. Пурин в атаке. Александру Ковалеву на сложном мяче атаковать. Ну, а здесь Владислав Жлоба здорово не стал выполнять передачу, сориентировался и сам атакует. 6-е очко зарабатывает для своей команды. Еще одна подача Козицына вновь в Бирюкова. Гоцев атакует, мяч в площадке, ну и касание сетки фиксирует второй судья, 11-6. Максим Пурин выходит в зону подачи, помним, не ладилось у него в первом сете, как-то даже не хочется об этом говорить, учитывая то, насколько был полезен в площадке Максим. Но вот сейчас вот отрабатывает и этот элемент Макс. Пурин набирает очко на подаче. 6 очков разделяют сейчас команды. И растет преимущество динамовцев пока. Но не нужно останавливаться, конечно, хозяевам. И тут здорово атакует Федор Воронков. Всю силу вложил он в этот удар. Всю силу и злость даже, как показалось, заводит он себя и своих партнеров. 7-12. Жлобов, Бирюкова. Петров спасует одной рукой. Святослав Гоцев зарабатывает 13-е очко и отдает петулю по ходу этого матча еще и первому судье. Вот такой вот активный болгарский центральный блокирующий. Сам же отправляется в зону подачи. Хороша подача Гоцева. Ну а тут Бусил в атаке. Не добивает с первого раза, но дальше играет по переходящему. И уже Сергей не стал на силу ничего придумывать. Грамотно откидывает двумя руками и зарабатывает очередное очко для своей команды. Подача Калинина. Чехлят Колесника. 9-13. Счет становится минус 4 у Новой. С учетом того, что было минус 6, динамика положительная. Посмотрим на еще одну подачу от Калинина. Укорачивают на этот раз. Пурин принимал, сам же атакует из шестой зоны. На этот раз Бирюков из четвертой. И классно добивает Денис до пола. 14-9.
Андрей Колесник. В приеме Калинин. Но нельзя сказать, что Денис пока как-то сильно лучше Антона Ботина действует, которого заменили пока тренеры Новы. Но в итоге зарабатывают очко гости. 10-14. Пурин в приеме, Бирюков атакует, отыгрывается от блока. Здесь неудобная передача Колеснику и возможность для хорошей атаки у Новы. Пользуются гости этой ситуацией. И 14-11 именно при этом счете Олег Согрин берет тайм-аут. Свистком фиксирует второй судья окончание тайм-аута. Команды появляются на площадке. Счет. Первый судья подзывает капитанов команд, что-то им разъясняет. Ну, не будем придумывать, о чем там может состояться этот разговор. Пока вот я хотела о чем поговорить. Динамовцы были, когда в первом круге в гостях у Новы, матч состоялся первый в этом сезоне между этими командами. И, собственно, после этой встречи в инстаграме одного из игроков молодежной команды Новы, Никиты Афанасьева, появился пост, в котором он рассказывал о своем волейбольном пути и говорил о том, что он не всегда был высокого роста, но в детстве для него в какой-то момент стал ориентиром Максим Пурин, который еще когда-то играл за ВК «Грозный». И вот Никита подавальщиком мячей был на одном из матчей Суперлиги и увидел то, что невысокий игрок играет в Суперлиге, и понял то, что его мечта может стать реальностью. Там очень интересный пост, вот он написал обо всем этом, о том, как ему было непросто. Заканчивается все тем, что Никита в итоге дорос до 190 сантиметров, а это означает, что он перерос Максима Пурина, который сейчас в атаке, на 2 сантиметра. И, собственно, выражает свою и благодарность, и уважение молодой игрок динамовскому доигровщику. И говорит о том, что он выбрал в итоге путь либеро, поскольку не хочет, чтобы его не предпочитали в основе из-за того, что он ниже, чуть-чуть несколько ниже других игроков. В общем, это классная история, и хочется ее вот обязательно было отметить в своем репортаже. Передаем привет Никите. С Максимом я также поговорила на эту тему. Рассказывал он мне о том, что, конечно, ему было безумно приятно узнать об этой ситуации. Он сказал, что Никита так интересно написал все. И даже вспомнил марку кроссовок, в которой когда-то играл тогда в далеком 2013 году Максим. В общем, желаем удачи Никите в его волейбольном пути. Надеюсь, что совсем через небольшое количество времени, через пару лет, мы уже увидим его в составе одной из команд Суперлиги, и он сможет все свои мечты воплотить в реальность. И для этого не нужно быть 2 метра ростом. Тем временем 17-14.
счет. Динамовцы держат вот этот вот небольшой перевес. Курин Петровс подает. И первый судья фиксирует игру на стороне соперника. Запрашивают видеопросмотр хозяева. И второй судья отправляется, собственно, к судейскому столику. Возможно, я не очень правильно увидела. Мне показалось, что Сергей Бухало именно игру на стороне соперника фиксировал. Но на это, как вы знаете, взять просмотр нельзя. А если видеоконференция все-таки состоится, это означает, что что-то другое будут смотреть. Возможно, касание сетки. Да, но игры на стороне соперника, как кажется, по этой телевизионной картинке нет. Вопрос, я говорю, опять же, в том, что, собственно, запросили хозяева площадки. Гоцев там продолжает активно вести беседы с первым судьей. Не всегда он согласен с его решением и в силу своей эмоциональности. Так и пальчиком периодически помахивает. Ну, посмотрим, чем закончится их дружба в этой встрече. Ну, дружба, конечно, понимаете, что это я так просто шучу. Возвращается второй судья. И переговариваются они о чем-то с первым. Динамовцы не отходят далеко от судейской вышки. Касание сетки действительно просматривали клубы. И в итоге его не было. Назначает переигровку розыгрыша первый судья. Владислав Жлоба уточняет расстановку для своей команды у второго судьи. Денис Петров готов вновь ввести мяч в игру. Подсказывает ему Олег Согрин то, что нужно максимально просто это сейчас сделать, я так понимаю, если я правильно разобрала. Не рисковать, наверное. Ну и в итоге ошибкой Федора Воронкова заканчивается переигровка. 18-14. Широковато на приеме руки были у Федора, и мяч провалился сквозь них. Еще одна подача Петровса. Отлавливают Козицына в центре сетки. Касание антенны фиксирует второй судья. Касание антенны было у атакующего игрока. И 14-19 берет тайм-аут Александр Горбатков. Закончился тайм-аут. Готов Петровс вновь ввести мяч в игру. Вновь Воронкова, на этот раз справляется Федор. Ну и в атаке из четвертой зоны хорош Денис Калинин. 15 очко для своей команды он зарабатывает. Подача Иван Козицын. Иван Козицын вводит мяч в игру
На одиночном блоке остается Колесник и уверенно проходит в линию 20-15. Максим Пурин, думаю, должен сейчас рисковать. Счет позволяет. Ну, не сказать, что рискует Пурин. В итоге на чистой сетке атакует Саша Ковалев. И 16 очко в активе гостей. 16-20. Владислав Жлоба. Сильно, но в либеро. Не попадает по рукам Колесник. Олег Согрин согласен с этим и не берет видеопросмотр, который просили у него некоторые волейболисты «Динамо». А следующая подача Жлобы приходится в аут 21-17. Гоцев. Ковалев хорош был из четвертой зоны. Мягко скидывает. И мяч опускается на стороне «Динамо». 18-21. Ушел Ботин. И не определились пока «Динамовцы» следующие жертвой приема. Поэтому подают каждый в свою силу без тактики. Здесь хорошая подача от Калинина. Ошибается в атаке «Динамо». 19-21. Колесник. Блок-аут. Не успевал Бусов прийти в четвертую зону на помощь Воронкову, и в итоге по его слетающим рукам Андрей отыгрался. 22-19. Ну, более уверенным преимущество выглядело для хозяев в середине сета. Сейчас уже концовка, и три очка, которые только что были, превращаются из-за неподачи Колесника в два, не кажутся каким-то супер хорошим и 100% преимуществом для хозяев. Посмотрим, тут еще подача Сергея Бусила. Она у него такая достаточно интересная. Многое сейчас от нее будет зависеть. Не рискует Сергей. Бирюков играет. И мяч в ауте после касания блока новый. 23-20. Ну вот это уже более уверенный счет, и тут еще Бирюков выходит на подачу. Умеет Денис по-всякому вводить мяч в игру. Посмотрим. Сейчас в линию Воронкова. И там выбитый прием от Федора. Он же был в атаке. Есть возможность для еще одной доигровки у «Динамо». Двойное касание у Пурина. От блока мяч в него прилетел и потом еще раз ударился в него. В итоге 21-23. Саша Ковалев будет сейчас вводить мяч в игру. Умеет он это делать хорошо и сильно. Посмотрим. Накатывает, не рискует. Кузнецов в огне в центре сетки и приносит сетбол во втором сете для своей команды. У Леонида сегодня такие новые кроссовки с золотым задником. И на фоне вот этого сразу мне вспомнилась прошлогодняя встреча этих команд, когда в результате удара мяча в потолок от Антона Ботина в зале новые посыпались золотинки сверху, и Леня был там непосредственным участником этого перформанса. Хороший был момент. 22-24. Подача Воронкова. К
касание сетки у Ивана Козицына. Поднимался он и зацепил сетку. В итоге 25-22. Счет второй партии и счет встречи 1-1 становится. Возвращаются команды на площадку, готовы они начать третью партию. 1-1 по истечении двух первых сетов. Состав у «Динамо» все те же. Шишкин замещает Кузнецова. У «Новый» тут поинтереснее. Появился на площадке Михаил Моров, которого сейчас Никита Еремин меняет на задней линии. И вернулся Антон Ботин. Он же как раз сейчас в атаке. Ну и в диагонали Александр Ковалев. Вот, пожалуй, и все. Из изменений. Блоком зарабатывают первое очко гости. 1-0. Связующий Владислав Жлоба отправляется в первую зону, чтобы ввести мяч в игру. Не справляется Владислав. Мяч в сетке. 1-1. Максим Пурин будет подавать у «Динамо». Хороша подача Максима. Но и атакой классно отвечают гости. Сергей Бусил добивает до пола. И вновь впереди с минимальным преимуществом 2-1. Волейболисты «Новый». Ботин, планер, сетку. Вроде и не рисковал, но... Так, поторопился Антон. Антон, как вы знаете, после ухода Владимира Съемщикова и остальной группы, которая перебралась в «Динамо» Московская, ну и Денис Бирюков, который
прибыл в расположение Ленобласти, Антон стал капитаном, и вот разговаривала я с ним и задавала вопросы на этот счет. Сказал он мне то, что его капитаном именно назначил тренерский штаб, были другие кандидатуры, но вот выбрали именно Антона, и, конечно, для него это очень почетно и очень... В первую очередь, как говорит он, это признак доверия и уважения. Также мы поговорили с Антоном о том, что спрашивала я у него о болельщиках в Самаре и прочие вопросы. Говорил он мне то, что болельщик очень сильно отмечал болельщиков. Говорил, что болельщики просто отличные, очень сильно поддерживают, переживают за команду. И по большей части это именно поддержка, а не критика, как бывает. Рассказывал про ритуал, то, что после игр домашних всегда проходят по кругу волейболисты новые и дают 5 всем болельщикам. Ну, классная действительно традиция. Видели мы такое в Новом Уренгое еще и в других клубах бывает. В общем, Антон отмечал очень седьмого игрока новый. В связи с этим, собственно, передаем привет Самару и Новокуйбышевске и всем любителям именно этого волейбольного клуба. Надеюсь я, то, что нравится им сегодняшняя игра. Смотрят они нашу трансляцию, переживают за своих игроков. И приятно им видеть такой хороший настрой в играх, в глазах волейболистов. Пока же счет равный 4-4. Ну и вот тут в атаке 5-е очко набирают динамовцы. Вновь они впереди на 1 очко. Денис Бирюков. Сильно подает Денис, но в итоге мяч в сетку приходится 5-5. Ну и раз уж мы заговорили о болельщиках Самары, тут, конечно, нельзя обойти стороной тему спартанцев. Имела я удовольствие познакомиться с лидером движения, которое многие называют гладиаторы. Ну, пояснили мне, что на самом деле они называются спартанцы. Я думаю, те любители волейбола, которые... Ну, помимо, разумеется, болельщиков Новы, которые это все прекрасно знают, а вот другие любители волейбола, которые смотрят трансляции с домашних игр клуба Новы, отмечали для себя эту группировку. Организовались ребята буквально перед самым Новым годом. И вот на несколько вопросов ответил мне, собственно, лидер этого движения. Рассказывали про то, как появилась вот эта мысль. Говорит то, что ходят они всегда своей компанией на все домашние матчи, активно болели. Но вот после тайм-аута продолжим. Берет Горбатков перерыв. Возвращаемся к самарским болельщикам, а именно к группе поддержки, которая зовет себя спартанцами. В общем, давно была идея у ребят организовать что-то вот подобное. В итоге после игры с «Факелом», который завершался 2018 год, от мыслей к действиям перешли эти самые болельщики, заказали шлемы себе, купили красную ткань. И уже 5 января предстали перед своими волейболистами вот в обличии таких вот серьезных болельщиков. Действительно, весь матч они в шлеме проводят, готовят суперинтересные плакаты. Они всегда очень забавные, такие на злобу дня. В последней игре там и танец был. Ну, в общем, по-всякому стараются помочь непростые времена клубу.
Изначально их было 6 человек, как игроков, собственно, на площадке. Но уточнила я, говорят, что приходят к ним и остальные болельщики, и даже во время матча присоединяются другие мужчины. Они без костюмов, но также помогают им громко поддерживать свой клуб. Отмечают абсолютно все игроки в своих интервью или каких-то других маленьких комментариях это явление. Поздравляли они Алексея Чанчикова с днем рождения, поддерживают Антона Ботина, капитана. Ну и самый, конечно, один из таких два момента выделили для меня. В своей беседе рассказали о победе над Локомотивом. Напомню для тех, кто, может быть, не смотрел или подзабыл, проигрывала 2-0 по сетам, а в итоге 3-2 сумела одержать победу. А вот еще в одном из последних туров в Уфу ездила команда из Новокуйбышевска, и эти самые болельщики отправились туда. Антон Ботин, конечно, когда говорил об этом, он сказал, ну это просто что-то сумасшедшее, потому что они абсолютно не ожидали увидеть группу поддержки, да еще и в таком виде на гостевом матче. И, конечно, только слова благодарности передает всем этим ребятам, которые вот таким вот интересным способом решили поддерживать свой клуб. Ну, собственно, вот это вот такой краткая выжимка из того, о чем удалось нам поговорить с этими мужчинами из серьезной группы поддержки «Новый». Сейчас возвращаемся в игру. Здесь переходящий мяч Сергей Бусел забивает, и 8-10 счет становится на подаче Владислава Жлоба. Шишкин принимает. Тут неудачная передача от Петровса. 9-10. Еще одна подача в Шишкина. Выбитый прием. На тройном блоке атакует Колесник. Фиксирует судьи мяч за после касания блока. А Александр Горбатков уверен в обратном и запрашивает видеопросмотр. В ожидании находятся команды. Ну вот и второй судья возвращается. Сейчас посмотрим, что Павел Андерсен покажет. Да, показывает он, что мяч был в площадке. Означает это то, что счет должен быть равным 10-10. Если я правильно понимаю, да. И тайм-аут Олег Согрин берет. Подошел к концу перерыв. 10-10 счет в третьем сете. На подаче по-прежнему Владислав Жлоба. Укорачивает связующий. И тут Гоцева один в один закрывают. Пурин еще одну атаку завершал. Но в итоге все доигровкой гостей заканчивается. И по блоку отыгрывается Антон Ботин. Впереди Нова 11-10.
15-10. Разладилась атака у хозяев. Не сказать, что Жлоба подает какую-то экстремально сложную подачу, но не удается никак добить до пола на своем съеме. И в итоге очередной доигровкой 12-е очко гости зарабатывают. И уже впереди они 12-10. Ну и на подаче все тот же пятый номер. Вновь не справляются с приемом динамовцы. Колесник на тройном блоке скидывает. Мяч коснулся площадки. Не успел Никита Еремин на долю сотой секунды подложить под него свою ладонь. И 11-12 снимаются хозяева. Максим Пурин отправляется в зону подачи. Хороша подача Пурина. Вот тут и прием классный у Еремина. Будет доигровка у Динамо. Бирюков. Классный. Денис действует. Ну и тут вот только невезением можно, конечно, объяснить то, что после защиты Никиты Еремина мяч в итоге приземляется в ауте. Хорош он был. Все игроки... Новый он в том числе в защите, но 12-12 равный счет и вновь на подаче Пурин. Не так рисковал Пурин, здесь не дремлет Бирюков. Из шестой зоны атакует Максим и выводит свою команду вперед 13-12. Пурин заслуживает самых добрых слов. Говорила я уже то, что вот, после встречи с Факелом место в стартовом составе он себе вернул. Максим Шпилев в квадрате запасных начинает эти встречи. Ну и вот сейчас ошибается Пурин. 13-13. Антон Ботин на подаче. Планером обходится Антон. Ну и здесь атаку первым темпом хозяева организовывают 14-13. Антон, кстати, я вот помню, в прошлом сезоне комментировал некоторые игры «Динамо» домашние. Он был травмирован некоторое время и участвовал в прямом эфире. У него, надо сказать, здорово на самом деле получалось. Спрашивала я у него и об этом. Он сказал, что ему очень сильно понравилось. Это нравится ему комментировать. И говорит, что не задумывался об этом как о возможном ремесле после какой-то, как, ну, после завершения карьеры. Но если классно получается, то, может быть, действительно стоит об этом подумать. Тем временем Бусил поменял зону, подавал из пятой. А динамовцы атакой набирают 15-е очко. Колесник. Сетку подает Андрей. Равный счет, который раз за эту встречу на табло. 15-15. Иван Подребинкин. Пурин держит прием. Но здесь Петровс хотел обмануть. После сложного приема игроков новые, но не спали там блокирующие. И вот в итоге на этой ошибке зарабатывает брейковое очко Нова. И еще и эйсом закрепляет свой успех гости. 15-17, второй тайм-аут у хозяев. Динамо Ленинградская область.
17-15. Счет в третьей партии на подаче Иван Подребинкин. Только что он оформил ювелирный эйс, уложил мяч в самый уголок пятой зоны. Посмотрим, как после тайм-аута распорядится мячом диагональный. Не стал сильно рисковать. Возможность для атаки у «Динамо» еще один раз пробивает блок Кузнецов. А Александр Гроботков хочет, запрашивает видео-челлендж, что он хочет посмотреть. Вопрос в этом, не знаю, может быть, касание блока его, касание сетки его заинтересовало. Ну, вероятнее всего, наверное, если вот рассматривать эпизод именно в последнем разрезе его, когда атаковал в центре сетки центральный блокирующий динамовцев. Хотя варианты, вы знаете, всякие могут быть. В российской суперлиге можно же рассматривать не только последний момент, а откручивать и назад. Там можно посмотреть и заступ на подаче, и остальные какие-то нюансы. Поэтому не будем гадать, а просто дождемся, когда вернется второй судья, и увидим, скорее всего, мы картинку на табло технического повтора. По ней будем рассуждать и отталкиваться именно от нее. Непростой эпизод, затягивается там конференция судей. Удовлетворен запрос Молвы. Действительно, было касание сетки, и означает это то, что счет в пользу гостей увеличивается, и сейчас он выглядит как 18-15. Все это на подаче Ивана Подребинкина, который так здорово ее держит, и бесконечные перерывы приходятся на его долю. Вот тут на одиночном блоке разбирается Колесник, мяч в площадке 16-18. Ну, здесь только аплодисменты мы можем отправить Денису Бирюкову. Идеальное попадание в площадку, суперсложная и интересная подача. Игроки новые почему-то тоже решили просто посмотреть на нее. Никто особо не дергался, не пытался ее принять. А теперь уже ошибается в атаке Федор Воронков. Цепляет он сетку и высказывает недовольство свое. Очень, конечно, на сетку ему был заведен мяч. И в результате всех вот этих вот ошибок сравнивается счет 18-18. Еще одна подача Бирюкова, на этот раз в аут, и не выходят динамовцы вперед. Вновь на одно очко преимущество гостей. Не рискует Федор. Колесник атакует из второй зоны и попадает по Никите Еремину. Сложно это назвать игрой в защите. В итоге счет равный 19-19.
Ботин из четвертой зоны. Четко мяч в площадке. 20-19. Попросил Александр Гроботков Алексея Чанчикова активнее начать разминаться. Видимо, хочет он дать передохнуть Никите Еремину, недоволен его действиями. Ну, а тут Максим Курин и 20-20. Но пока Еремин замещает Михаила Морова, Чанчиков же разминается в квадрате запасных. Посмотрим, дойдет ли до его выхода на площадку дело. Петровс в Ботина. Подребинкин по линии и не укладывается в площадку. А Александр Горбатков после некоторой паузы запрашивает все-таки видеопросмотр. При этом он совещается со своими игроками. И нужно выбрать тренеру еще также линию, помимо того, что он просто просит этот видеопросмотр, ему нужно судье второму показать, какую линию он хотел бы посмотреть. Ну и в итоге, посовещавшись, они определяются на боковой. Посмотрим, чем закончится этот просмотр. Хорошая, динамичная игра. Ошибки есть и у той, и у другой стороны. И много интересных эпизодов. Пожалуй, за исключением второй партии, где кусочком провалились гости. А вот этот видеопросмотр заканчивается тем, что мяч в площадке. И означает это то, что 21-е очко достается клубу из Новокуйбышевска. 21-20, и на подаче вновь Владислав Жлоба. Сериями сегодня он подает. Посмотрим, как будет в этот раз. В этот раз Пурин пробивает двойной блок и сравнивает счет 21-21. Не рискует Максим. И гости с легкостью организовывают атаку первым темпом. Здесь Сергей Бусел не ошибается. 22-21. Планер Ботина в Бирюкова. А из шестой зоны атакует Пурин. 22-е очко для Динамо. Очень интересно будет посмотреть статистику этого матча и посмотреть процент реализации, собственно, Макса в атаке. Подача Гоцева и вот такая вот досадная ошибка в конце партии. Не первый раз это случается со Святославом. Поговорим об этом потом. Денис Калинин появляется на площадке, меняет он Антона Ботина. Пстей. А здесь уже Воронков. И спасают просто мяч хозяева, но в итоге рисковал Бирюков. Понимал он то, что дарить мяч бессмысленно достаточно в самой концовке партии. Хотел пройти на силу, не удалось. 24-22, сетбол для Новы. Ну, тут, конечно, впору вспомнить о ошибке на подаче Святослава Гоцева. Достаточно стабилен он в этом элементе, но вот такая вот ошибка может дорогого стоить в самой концовке партии. Сетбол на подаче Сергея Бусила. И Бирюков вновь в атаке из четвертой зоны.
Воронков, ну, до пола без вариантов. 25-22. И вновь партия за игроками. Новый счет встречи 2-1. Закончился перерыв между третьей и четвертой партией. Графика нам почему-то показывает то, что «Динамо» играет сегодня с «Факелом». Ну, окей. Конечно же, «Нова» сегодня гостит в Санкт-Петербурге. Первую и третью партию выиграли гости. За хозяевами остался сет номер два. И посмотрим, как будет развиваться партия под номером 4. Собственно, решающая она в данный конкретный момент является. Встреча либо закончится, либо перейдет на тайбрейк. Шипотько начинает в старте динамовцев четвертую партию. А вместо Святослава Гоцева появляется на площадке Сергей Рохин. У гостей, ну, все те же у гостей, тут вопрос во втором центральном блокирующем. И вторая атака в этой партии достается Андрею Колеснику, 2-0. Рохин. Какая подача от Сергея Рохина. В самый уголок уложил. Но радуют сегодня нас волейболисты красивыми моментами. В итоге 3-0 в старте четвертого сета.
И продолжает подавать Сергей. Здесь из четвертой зоны атакует Ботин. Пурин атакует из зоны номер 6. И от блока мяч отлетает в аут. 4-0. Апеллирует Ботин к первому судье. Говорит ему Сергей Бухову то, что нужно заканчивать с апелляциями и обсуждением решений, а играть в волейбол дальше. Еще одна подача Рохина, на этот раз в сетку. И сами себя динамовцы снимают с подачи. 1-4. Здорово. Вот так вот вошел в игру центральный блокирующий динамовцев. А Владислав Жлоба обхитрил сам себя. Еле-еле мяч долетел до сетки. Здорово, он хотел укоротить и обмануть соперника. Но в итоге 5-1 и на подаче Колесник. Перелетает мяч вновь на сторону динамовцев. Шипотько атакует. И еще раз атакует Денис. В итоге мяч в площадке 6-1. Но 1-6 тайм-аут Александра Горбаткова. Вынужден вновь в самом начале сета использовать свой тайм-аут Александр Горбатков. Идет все пока по лекалам второй партии. Большой отрыв динамовцы обеспечивают себе на старте сета. Ну и тут стоит отметить, конечно, игроков, которые вышли на площадку именно в четвертой партии, а впервые в этой игре. Денис Шипотько и Сергей Рохин, собственно, их усилиями очки были набраны. На этот раз Пурин атаковал, атака была хороша, но очко достается Нове. Шипотько вкладывается в атаку. Ботин бьет в сетку. 7-2. И сейчас замена будет у гостей. Чеслав Свинтицкис появляется на площадке, меняет он Владислава Жлобу. Высокий связующий, 206 значится в программке к матчу его рост. Но сами понимаете, рост такой интересный достаточно для связующего. Здорово может помочь Чеслав и на сетке блокирующим. Ну и высота передачи, как вы понимаете, определенная будет. Здесь очень классная атака от Федора Воронкова, но в защите динамовцы справляются. И вот уже атака у них самих. Максим Пурин набирает 8-е очко. Хорош Максим. И еще одна замена вновь. Вместо Антона Ботина Денис Калинин появляется на площадке. Подача Шипотько. Приходится в сетку. Стабилен обычно Денис. Знаем мы то, что выпускает его часто Олег Согрев вместо одного из центральных блокирующих в концовках партий для усиления на подаче. И там-то как раз Денис справляется с этой своей задачи, но вот сейчас вот не получилось, а гости отвечают своей ошибкой. Сергей Бусел посылает мяч в аут и 9-3 счет. Но помним то, что во второй партии, которая, собственно, была победной для хозяев,
тоже было большое преимущество, но в итоге все закончилось не так уверенно, как могло бы, поэтому сейчас, конечно, нужно быть максимально сконцентрированным динамовцам, если они хотят перевести эту встречу в пятую партию. Пока же новокуйбышевцы набирают четвертое очко, и на подачу отправляется Иван Подребинкин, который сегодня и эйса нам демонстрировал и здорово усложнял. Посмотрим, как будет на этот раз. Шишкин в приеме, Колесник атакует по линии, и там в руки Федора Воронкова приходится мяч. 5-9. Еще одну подачу от Подребинкина увидим. На этот раз укорачивает здесь Сергей Рохин. Молодец, не спит. А в итоге Денис Петров подключает своего тезку в атаке из шестой зоны. И Шипотько вновь укладывает мяч в игру. 10-5. Отметим работу тренера. Супер полезные и, главное, продуктивные замены получились для четвертой партии. Пока игроки полностью оправдывают доверие, выданное им. Хорош в атаке Подребинкин. Пробивает он двойной блок, который, казалось бы, был достаточно скомпонованным. И стык даже, мне показалось, был закрыт. Но в итоге 6-10. И подача Воронкова. Накручивает Федор. И организовывают атаку динамовцы. Сергей Рохин на этот раз отметился полезным действием. С большой высоты классно вколачивает мяч в площадку. 11-6. Пурин подает планер. Так, здесь обманывают гости. И будет у них еще одна атака. В непростой ситуации оказался Подребинкин, но укладывает он мяч под заднюю линию. Мяч в площадке. 7-11. Ну, там еще, ко всему прочему, и сетка была у динамовцев. Моров подает максимально простую подачу и выливается это все в атаку за головой от Сергея Рохина. Хорош Сергей на подаче. Хорош же и Сергей Бусел в атаке. Добрался до подачи Чеслов и здорово вкладывается он в мяч. Не справляются с приемом динамовцы. Счет 9-12. Ну и вот, собственно, то, про что я говорила. Плюс 6 в старте сета. Это, конечно, здорово, но все очень легко и быстро может поменяться. Сейчас снова проигрывает только 3 очка. И это вот на такой классной подаче связующего. Здесь очень тонкую скидку выполнял Шипотько. Не спят гости. Но в итоге тройным блоком зарабатывают динамовцы 13 очко. И вновь впереди они на 4 очка. Андрей Колесник ошибается. На подаче Андрей мяч в сетке. 10-13. А у новый Денис Калинин в зоне подачи. Владимир Шишкин обеспечивает тут доводку. Ошибаются в игре у сетки гости. 14-10. Ну, вот отметим действие Дениса Петровса. Грамотно он скидывал.
не успели в защите сыграть игроки Новы. Подача Шипотько на этот раз хороша. И ошибается в атаке Федор Воронков. Не цепляет он руки блокирующих и не реагирует на его просьбу о возможном касании блока Александр Горбатков. 15-10. Денис Шипотько вводит мяч в игру. Такая немного узкая была передача для Ивана Подребинкина. И в итоге атакой Колесника все завершается. 16-10. 10-16 берет второй тайм-аут Александр Горбатков. Использовал все доступные тайм-ауты Александр Горбатков. Вернулись команды на площадку. Комфортное преимущество имеют хозяева. 16-10. И продолжает подавать Денис Шипотько. Продемонстрировал доигровщик силушку свою, но не укладывается, к сожалению, для своей команды в площадку. Мяч за 11-16. Ну, не стал отжиматься Шипотько после перерыва при таком счете и имеет право на жизнь эта теория. Андрей Колесник атакует на двойном блоке, но блок, надо сказать, был так себе, стыка не было. Блок слетал, и в итоге Андрей без труда укладывает мяч в площадку. Сегодня одна из тех немногих игр, когда Андрей не так часто атакует на тройном блоке за счет того, что, конечно, активно караулят центр сетки гости, и там Максим Гурин заставляет на себя обращать внимание. Ну и тут, конечно, нужно отметить подачу Леонида Кузнецова. Без этого, наверное, не обходится ни одна игра «Динамо». Но четвертая партия, середина этого сета, и понятно, что игроки устают. И тут вот еще переходящий мяч реализует Михаил Моров. И еще одна классная подача от Ивана Подребинкина делает счет 14-17. Реагирует Олег Согрин тайм-аутом. Завершился матч в Уфе. Урал победил Красноярск Енисей 1. Подошел к концу этот тайм-аут. Посмотрим, как он отразится на Подребинке. Никак он не отражается на Иване. Классно он подает. И вот тут на грани, конечно, ошибки пасует Петрос. В итоге справляются динамовцы. Но есть возможность для атаки. И реализует ее никто иной, как Чеслав Свинцискис. Не стал он там придумывать никакую передачу. Увидел удобную ситуацию. Здорово вложился. Ну и вот счет стал 15-17. И словно и не было уже преимущества в 6 очков. И, как казалось, безнадежной ситуации. Подребинкин, знай себе, подает классные подачи. А в итоге здорово на сетке действует Пурин. И от рук именно блокирующих Новый мяч улетает за. И
Вот потеряв столько очков, хозяева снимаются с подачи гостей, и 18-15 счет становится. Федор Воронков на силу играет по блоку мяч в ауте, 16-18. Но цена хорошей подачи. Был счет 16-10, теперь 16-18. И на подаче Воронков, а он, мы знаем, тоже обладает очень хорошей подачей, но есть аргумент в виде Сергея Рохина. У динамовцев будет еще одна атака. И на этот раз уже Пурину достается возможность атаковать. Максим же полностью оправдывает доверие связующего. 19-16. Атака под Рябинкина и 17-е очко для Новы. Михаил Моров в зоне подачи. Дает первый судья свисток. Смотрим. Шипотько. Еще одна атака «Динамо». Классно обыгрывает блок Колесник. Проходит между антенной и Калининым. Мяч в площадке, 20-17. И опять Сергей Рохин подает, но вот на этот раз не перелетает мяч на площадку соперника. Пришелся он в трос и отскакивает в аут. Подача связующего у гостей. Пурин в приеме. Ну и Максим сам же в атаке, вновь заслуживает аплодисменты болельщиков. Интересная статистика, говорила я уже о том, что интересно будет ее посмотреть. Тут не только атаку, нужно понимать, что Пурин еще очень активно участвует в приеме, и очень много подач в него направляется. Ну, в общем, интересно будет изучить данные после игры. Из непростой ситуации выкручиваются гости, но есть у них возможность для полноценной атаки. Тут Шишкин творит чудеса в защите. И Колеснику атаковать. Ну и чехлят его Бусел и Подрябинкин. Мяч в площадке, 19-21. Приноровились к атакам Дениса Шипотько гости. В старте сета полегче ему удавалось пройти в четвертой зоне. Здесь он уже несколько раз пытался сделать блок-аут, но классно играют на блоке и сбрасывают руки волейболисты новые. И не удается Денису направить мяч от блока в аут. Здесь еще и не проходит атака Леонида Кузнецова. Минимальное преимущество хозяев, и это на подаче Дениса Калинина, 20-21. Один в один закрыл Бусел Кузнецова. Классная атака Андрея Колесника. На одиночном блоке ему довелось играть. 22-20. Важное очко зарабатывает Андрей. Самая концовка четвертого сета. И вот сейчас решается, собственно, уже исход матча в том числе. Много скидывает Федор Воронков. А вот Пурин бьет на силу. И 23-20 счет становится.
Яковлев готов появиться у хозяев на площадке, меняя Дмитрий Дениса Петровса. Начало двойной замены это у динамовцев на подаче Денис Шипотько. Без связующего сейчас будут играть хозяева, но рассчитывают на хорошую подачу от Шипотько и помощь Яковлева на блоке. Все-таки волейболист очень высокий, 204, особенно на фоне Дениса Петровса, конечно. Но в итоге закончилось все это очень далеким аутом от Шипотько, и время, которое Дмитрий Яковлев провел на площадке в четвертом сете, подошло к концу. Сергей Бусел готовится к подаче. И не укладывается он в площадку соперника. 24-21. Сетбол в конце. Три сетбола в конце четвертой партии у динамовцев. А у гостей обратная замена. Антон Ботин возвращается на площадку. Кузнецов вводит мяч в игру. Федор Воронков тут атакует очень сильно мяч в площадке. Не казалось, что это какой-то идеальный, удобный пас, но узковато немного было. Но в итоге на чистой сетке атаковал Федор, и все как нельзя лучше сложилось для его команды. Ну и момент истины, подача под Рябинкина. Будем считать, справляется с приемом хозяева. Здесь на тройном блоке Пурин сделал все, что мог. Сам же под Рябинкин атакует и не укладывается в площадку Иван. 25-22. Ожидает нас пятая партия. Спустя 3 минуты возвращаемся.
пятый сет ожидает нас во встрече динамовцев из Ленинградской области и Новокуйбышевской Новы. Команды на площадке по составам пробежимся. Ну, у Новы Моров второй центральный, Чеслов будет связующим. У динамовцев состав прошлого сета. Ну, Динамо снова играет пятый сет, и впору тут, конечно, вспомнить о матче прошлого сезона, где со счета 13-6 умудрились проиграть сосновоборцы. Посмотрим, как будет развиваться партия под номером 5 в сегодняшней игре. А пока с ошибки на приеме начинается партия на подаче Чеслов. Не справляется с приемом Пурин. И здорово играет Антон Ботин в четвертой зоне. Аккуратно он скидывает мяч между колесником и сеткой. 2-0. Классная подача, еще одна от связующего гостей. Будет доигровка. Подребинкин атаковал на тройном блоке. Шипотько в такой же ситуации. Тут небольшая неразбериха. В итоге все заканчивается атакой Андрея Колесника. И счет становится 1-2. Подача Сергея Рохина. Хороша подача. Фиксируют судьи мяч за. Ну, небольшой аут. Получается, после ввода мяча в игру от центрального блокирующего. И очень укороченная подача Ботина. Колесник играет по рукам блокирующих. 2-3. Здесь уже трудится в приеме Ботин. И Подребинкин просто из какой-то немыслимой ситуации выходит победителем. Мяч был уже ближе к третьей зоне. И тройной блок, казалось, там висел и выглядел очень угрожающе и надежно. Но в итоге Иван зарабатывает четвертое очко и плюс 2 у Новы в пятом сете. На чистой сетке Колесник хорош. 3-4. Вот пытаются хозяева преодолеть такую стартовую какую-то неразбериху. Посмотрим. Подача Шипотько. И здесь в защите действует хорошо. И в итоге ошибка в приеме у связующего Новый, и счет сравнивается 4-4. Потерпели динамовцы и в итоге выровняли игру. Теперь нужна хорошая подача. Федор Воронков вновь скидывает.
и атакует сам же Федор с касанием блока. Все это происходит. 5-4 впереди гости. Лидер атак сегодняшний новый Иван Подребинкин. И главный лидер на подаче. Здесь классная защита у гостей. В итоге ошибаются Подребинкин на первом касании. Есть возможность для атаки у динамовцев. И гроссмейстерский Пурин разбирается. И это всего лишь сравнивание счета. Здорово. Не сильно ударил Максим. И глубоковато сидели игроки, готовые для защиты. В итоге 5-5. Вкладывается в удар Федор Воронков. Вновь впереди команда из Новокуйбышевска. Федор уже подавать сейчас. И тут впору задуматься о том, стоит рисковать или больше тактики применить. Но, судя по подбросу и замаху, выбрал Федор первое. Рисковал. Риск был оправдан, но подача не получилась. 6-6. Петровс. Воронкова. Первый темп разыгрывают гости. Очень высока цена ошибки, конечно же, при равном счете в пятом сете. И очень важно держать съем. Любое брейковое очко на вес золота. Не удается Рохину вложиться как следует в мяч. И в итоге атакой Ботина в площадку заканчивается этот розыгрыш. 8-6 счет при смене сторон. Плюс 2 у гостей. Поменялись сторонами игроки, и игра продолжается на очень несложной подаче Михаила Морова. Не сумели динамовцы какую-то достойную атаку организовать, и гости же своим шансом пользуются, и уже плюс 3 в их активе. Повторюсь, все это на подаче Морова, которую, ну, сложно назвать какой-то очень сложной, простите за тавтологию. 6-9, тайм-аут у динамовцев. Активнее в этом тайм-ауте были даже гости, чем хозяева, хотя тайм-аут брал именно Олег Согрин. 9-6. На подаче все тот же Михаил Моров. Пурин отыгрывается от блока в аут и сам же отправляется в зону подачи. Вот тут такой тоже момент. Рискует Максим. Риск его оправдан.
И в защите Максим потрудился, но удар был очень сильный. Успел он только сыграть в защите, об обработке говорить уже не приходится. 10-7 впереди Нова. Но вспоминали мы счет пятой партии в прошлом сезоне, поэтому обе команды, я думаю, все прекрасно понимают. Играть нужно до последнего розыгрыша, и всякое еще возможно. Колесник на одиночном блоке. 8 очков в активе динамовцев. И подача Сергея Рохина нас ожидает. Хорош, Сергей. И Андрей Колесник здорово разбирается с мячом. Сложная тут ситуация была. Но в итоге победителем вышел диагональный хозяев. 9-10. Тайм-аут у Новы. В Казани завершился матч между командами «Зенит» Казани. Факел. Пятой партии со счетом 16-4 выиграли. 16-14 выиграли гости. Вернулись команды на площадку. На подаче Рохин. 9 номер. 9 очков у динамовцев. Посмотрим, сколько будет сейчас. И от блока в аут отыгрываются гости. 11-9 становится счет. Антон Ботин ускоряет всегда свою подачу. Подает он сразу после свистка судьи. Ну и в итоге небольшие трудности это вызвало для динамовцев. Ошиблись они уже в атаке. И был это Максим Пурин. Тайм-аут хозяев. Использовал все свои тайм-ауты в этой партии Олег Согрин. Ошибся в последнем розыгрыше в атаке из шестой зоны Максим Пурин. Не уложился он в площадку. Попал в аут. И 12-9 сейчас счет на подаче Ботина. И еще одна ошибка динамовцев. Леонид Кузнецов бьет в аут. Счет 13-9. Вот так вот в концовке два игрока подряд атакуют в аут при достаточно удобной атаке, которую им организовывает связующий. Шипотько исправляется с блоком. 14-9 и матчбол на подаче Антона Ботина у нас состоится. На достаточно простых подачах проигрывают динамовцы. Вновь атака у Кузнецова не выглядит какой-то очень сложной. Есть возможность у динамовцев. Ну и вновь блок, вновь на Денисе Шипотько. И 15-е очко набирают гости. 15-9 счет в пятой партии. Со счетом 3-2 в этой встрече одерживают победу волейболисты новые. Поздравляем этот клуб с очередной победой, которая важна и для них, конечно же, тоже. Благодарят команды друг друга. Передаем еще раз привет в Самару, Новокуйбышевск и всю область, которая болеет за этот клуб. Клуб хороший, в непростые времена нашел в себе силы и вот такой вот достойный сезон проводит, что кроме
уважения и радости за мужскую суперлигу, нашу российскую, ничего другого не вызывает. Будем прощаться. С вами была Юлия Жданова. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.